курируют нашу работу в буквальном смысле слова. Даже сегодня мы с ним общались, завтра я еду в Васильевку, несмотря на то, что там у меня другие мероприятия. Постоянно курирую свой округ, и его руками и ногами, по большому счету, являемся мы. Все свои действия мы согласовываем и работаем на результат. Результатом, я считаю, это повышение социально-экономического уровня нашего Межлимания. Я благодарю вас за то, что вы собрались. Надеюсь, в следующий раз мы в любом случае, дай Бог всем здоровья, опять соберемся. И хотелось бы, если честно, более такую активность видеть с вашей стороны, потому что есть школа, да, есть проблемы школы, но есть и есть проблемы сельского совета. Сегодня мы видим активное участие жителей Протопоповки, депутата от Протопоповки Августовского сельского совета. Я вам хочу сказать, что он дает свои результаты. В любом случае идет сегодня финансирование на это село. И хотелось бы, чтобы вы тоже проявляли инициативу, чтобы мы совместно могли делать что-то. Потому что мы по одному ничего не можем решить, ничего не можем сделать. Нам где-то противостоит бюрократическая система, где-то человеческий фактор, где-то банальное воровство и нежелание сделать что-то. Поэтому еще раз вас благодарю за то, что вы нашли время. Хороших вам учебных дней, счастья и здоровья вашим детям. Пусть их учебный год будет полон радости и хороших оценок. Естественно, для вас это будет самым главным и приятным таким моментом.